просто смог, мы с камнями заложены. Нет, все так сильно глубоко. А за руки-то нет уже. Она может смыть, за руки-то может. Пусто. Пусто. Вот сосна с камнями, вот это. Вот слушай, а мы много камней накладывали? Один такой плоский. Там штук 10. Плоский камень лежал. Самый главный ориентир, что по перпендикуляру лежало плоский большой камень, такой как плато. А это вон там не так? Возможно. Давайте вниз спустим. А вот камень. Вот плато, похоже. Сверху. Антон, ну а мы же помнишь, где большой камень-то был здоровый, чего мы пропустили? Может, это он и был? Но он тяжелый, он просто осел. Нет. А, большой. Вот, внизу мы, где был плоский камень, чего мы пропустили. Пойдем сюда, да? Потому что вы, наверное, так высекать не забирались бы. Вы где-то на середине склона были. Ну, это и есть серединка. Антон, я нашел. Кажется. Опа. Вот сбита, вот зарубка была. О, слушай, вот похоже. Вот привязано, вот видишь? О, мы нашли! Клад. А чё мы сюда сразу не копнули? Где тут корни? Ну давай, Жек, разрыхляй. Так, друзья, мы после долгих и усилий, да, подключения своей внутренней интуиции, вообще. Да, анализа местности, мы обнаружили... И вот этого... Вот это кулечка. Очень благодарны тому лицу, кто из нас это привязал. А мы посмотрим сейчас на видео, кто привязал. Смотрите, даже вот насечку сделали, вот видите. Вот же. Вот же камень. Вот. Вот дерево. Вот камень, вот дерево. Сейчас мы пытаемся вскрыть. А вот камень, Антон, про который говорил. Точно. Смотри, Жек, еще самый главный момент. Ребят, смотрите. Мы сейчас отсюда достанем прошлогоднее. И положим свеженького чуть-чуть. Так а мы не принесли. А мы написали? А мы сейчас записку-то, там же у нас письмо годы есть. Напишем новое письмо, закопаем. И у нас такое правило. Все, кто видят это видео, и может быть случайно окажутся на Каракольских озерах, вы можете вот это дерево найти и нашу сгущенку, тушенку и паштет съесть. Мы не обидимся. Если давай расскажем. Найти, давай, Жек, ну, только видео снимите, как вы это достанете. Да, давай, сейчас мы достанем. Да. Если это оно на самом это деле. Оно. Вот он камень. Говорит, вот такой вот камень. А он усох за год. Не-не-не, еще есть камень. Не, это корень, слушай. Не-не-не, здесь точно. Надо просто искать. Ага. Вот оно! Вот! Ура! Убираем, заснимайте, видите, вот оно. Лежит. Вот она закладочка-то. Вот почему тут подрано, это медведь когтями рвал. Это мышиный медведь, он там живет. Мышиный медведь, но настолько было упаковано с сознанием дела, что вот... Все это дело сохранилось. А, еда. Вообще, да? Нифига же. Его реально погрызли. Давай достанем, место освободим для следующего. Ну все, нормально. Сейчас это распечатаем на столе. Да. Несем аккуратно. Здесь вот письмо к потомкам. Сейчас мы напишем новое. И это магическая укладка под названием «Продвижение ввысь». Она дает, знаете, какой результат вообще? Вот все, кто здесь что-то написал, все, наверное, свои мечты исполнили. Пошлите писать новые. Оставь палку, копалку. Расскажите, как найти-то? Или второй раз, когда будем закапывать? Когда закапывать будем. Так, стоп скидывать или... Нет, пауза. Не, пауза. Там еще сейчас распечатаем и прочитаем. У вас тропинка прям в ее видео. Ну что, ребят, открываем? Я стол только помыла. Медицинское образование. Подожди, надо аккуратно вскрывать. Да, чтобы... Так, исследование. Кто-то печатает на машинке? Да, объект исследования. Потом. О, это хорошо пакет сохранился нижний.
мы маленько покоцаем. Откуда у нас стеклянная была тушенка? Это точно наша закладка. Паштет же есть. Вот сгущеночка. Смотрите, друзья мои, ну просто. Все цело. Все целенькое. Они даже не вздулись. Не, они прям холодненькие. 6 банок паштета, 3 банки сгущенки. Мы живем. Сейчас мы тушенку. 3 банки тушенки. Где письмо? А главное найти письмо, ребят. Может быть, в какой-то банке? Она даже должна была быть. А это не наша. Его не съели? Где письмо? Стойте, а где письмо? Сгрызли, наверное. Чужой склад раскопали. Ну а чего же еще закопано-то? Под нашей сосной. Давай, под нашей сосной. Просто ищем, он что-то желтое. Вот, каждый пакетик себе берет и исследует. Да, просто пакетик. Оно же не могло разложиться. А хрен его знает. А вот неизвестно. Пакетик разложился, а почему? Смотрите, а вот, по-моему. Вот, в руках, все это, вот это. Вот. Вот, между ними. Нет. А, это мы скатерть. Это скатерти у нас были в том году. Угу. Мы же съели, видать, вкусный скатерть. Друзья, мы его вложили. Слушайте, знаете что? Это этот вот горный дух забрал письмо. Чтобы выполнить желание. По списку желания. Вот так. Надо еще одну закапывать. Ну, не может этого быть. Мы его ложили сюда. 100%. Видео. У нас есть видео даже. Мистика. Мистика. Слушай, надо вернуться. Может быть, она когда мышь дербанила. А мы не могли отдельно? И оно отдельно. Нет, не могли отдельно. А вот пакет. Ну-ка, вот тут еще, Антон, ну-ка давай вот то, что ты сейчас руками держишь. Ой, только все вымыло. Ребята, ребят, только стол помыли. Ну, помыл еще раз можем. Там прям посыл там в продукты. Да ладно, ну чего вы такие мелочные. Тут такое дело важное, вы со своей сгущенкой. Там грязно. Сейчас помоем. Нашли? Нет. Нет, банку мы не закладываем. Может, открыта какая-то банка, мы ее не сложим. Нашли, кстати. Дела. Я знаю, забрал, надо вот вернуться сюда. Нет, Джек, я там все обшарил. Точно сбудется теперь. Вот это магия. Реально. Слушайте, ну я сейчас приду домой и посмотрю видео, куда мы его положили. Да, там желания и цели, там все было. Принято к исполнению. Значит. Принято к исполнению. Нет, подожди, знаешь, как все произошло? Когда оно было упаковано, у нас письмо лежало сверху. Забыли упаковать? Нет, вот это вот животное, которое дербанило, оно дербанило, и клочья-то, и оно просто лежит там отдельно от основного пакета. Мы пакет вытащили, надо все клочья оттуда еще повытаскивать. Пошли. И рядом посмотреть. Вот и все. Ну сходите. Сходите, но я там пошарил все рукой, ребята, когда уходили. Нет, ну варианты. Мы вернем. Точно пересмотрели все пакеты, да? Ничего нету. Сейчас еще пересмотрим. От мистика. Слушай, страшно стало? Да, мурашки такой же. Вот. Реально упаковано. Да мы ради них. Стас, расскажешь потом нам, испортилось это или нет? Не, ну как-то новая легенда появилась. Нет, со сгущенкой явно ничего не будет. Ну что это, сахар? Что с ним сделается? Я засунула. У нас сгущенка. Ну-ка, Жека, продолжи ролик. На секунду. На секунду? Блин, прям сейчас? Да, прям сейчас. Вот, ребят, мы все сложили и передаем это торжественно нашему суперводителю Стасу. Да, который нас всегда... На следующий год, если не помрет, получит презент. Который нас всегда... Вот еще. Который нас всегда довозит на эти озера с таким ветерком. Аж грязь отваливается от нас. Что от нас потом грязь отскакивает из кузова 66-го. Все, а сейчас будем искать письмо и закладывать новое.